Замбеты. Кыргызский сериал. Я все понял. Спасибо вам за комментарии. Я не думал то, что реакция наберет много просмотров, но в итоге набрали там 5, что ли, больше 5, по-моему, тысяч просмотров. А, 6, больше 6 даже. Собственно, давайте продолжим. Посмотрим. Сериал, конечно, не для всех. Юмор не для всех. Кто-то не понимает, кому-то просто не нравится. Ну, есть вот такой вид юмора. И, ну, есть люди, которым нравится такое. Все, в принципе, просто. Я ничего такого умного не говорю. Вот, но лично я просто не любитель такого. Не то, что я не понимаю, чё, кого, как, и, типа, мне надо было бы все это прохавать, прожить так же вместе с ним. Нет, просто я понимаю, что это за юмор, и мне он не нравится. Ладно, давайте не будем дальше тянуть. Посмотрим. Мне говорили то, что, типа, дальше интересней. Сейчас взглянем, увидим. Пришел, значит, посвящение обязательно должен пройти. Сейчас он за вчерашнее, сука, ответит. Только он нормально себя понял, да? Да, да. Я думаю, начнется с концовки первой серии. То, что у них там девушка пропала, типа, надо ее найти, ля-ля-ля. Эмара, это за замиху, черт, бля! Давай, доброе утро, бля! Неплохая заставка. Короче, всем привет, это влог выживших пацанов, с вами Тима. Короче, капец вчера, вечерок, да, был, конечно. Самое обидное, что мы нашу жопу потеряли. Че, где она? На хате по-любому она. Схуя ли она на хате? Кто клетку не закрыл? Это вот Рус, придурок, не закрыл. И в смысле я не закрыл? Может, ты не закрыл ее? Рус, не придуряйся, ты же вечно по ночам ее чем-то кормишь. И че, что я кормлю? Может, ты не закрыл? Не, все, заебал. Давай. Сейчас, короче, разделимся. Двое на первый этаж пойдут, двое на второй. Вон мы с Русом на первый пойдем. Ты с Марой на второй идите. С хера ли я с Марой пойду? Может, я вот с Русом хочу пойти? А я Анджелину Джоли хочу, и чё? Давай решить, Илья, не скуй, блядь. Какого хуя ты вообще главный, блядь? Решаешь, что ты что-то говоришь, блядь, то и все, блядь. Пацаны, никого не укусили? Нет. Пойдем вниз тогда, быстрее. Покатил, ебать, чего за... Аккуратнее, пацаны, аккуратнее, тебя сейчас вылезет. Давай, давай, Тимур. Понятно, откуда. Ты еще стрелять понял, да, сразу? Конечно, конечно. Ты что за хуйня? Ба, где он? Что теперь делать ей? Ба, пацаны, надо ее по-любому сейчас найти, бля. Давай, 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 обязательно. Пойдем быстрее, побежали тогда. Давай, давай, давай. По-любому не убежит никуда. Побежали, побежали, мужики. Побежали. Ахереть, ты что теперь, где ее искать?
Да все ее мы уже потеряли, блядь. Долбоеб, блядь. Эй, ты, Марыш, шакай. Эй, вы че, пацаны? Я же вас спас вообще-то. Эй, кого ты спас? Кого ты спас, блядь? Ты знаешь, что ты сделал? Спас вас? Я хуй там, блядь. Ты нас последней жопы лишил, на. И че мы сейчас, на че будем смотреть? На то ебальник недовольный, блядь. Блин. Эй, такая жопа была, вот там шок, целый день, блядь, что вы делали? Я только на эту жопу да пялил. Все, боёб, блядь. Ну вы поймаете, че вы. Оба-на, имбецил, ну-ка мне тоже, раздай. Не-не-не, сейчас я этого индуса научу играть. Ну ладно, ладно. Пацаны, вы извините за зомбиху, да? Я не знал, что она вам так важна была. Да похуй уже. Она заблудшая, да? Сам ты заблудший. Нихуевая она была. Кстати, о заблудших. Ну вообще, зомбак где заразился, он там обитает. Ну и там спустя 2-3 месяца, если там еда заканчивается, он начинает ходить туда-сюда. Ну, походу, питание ищет. Ну вот таких мы и называем заблудшие. Тут вообще заблудших не было никогда. Даже обычных зомбаков почти не было. То есть вы хотите сказать то, что в место, где никогда не было зомби, вы привели своего зомби? Эй, не умничай, заебал, бля. Не, ну а если она вернется? Нихуёво будет, если вернется. А если ночью вернется, ты подумал? Давайте хотя бы обезопасим двор на случай, если она ночью вернется. Мара, мужики, тему говорит. Короче, смотрите, мы тут с пацанами колючую сигнализацию установили, есть? Так что если эта зомбиха ночью завалится, то мы ее Джингл Белл со второго этажа услышим, да, пацаны? Эй, пацаны, а вот это что за камеры? Это камеры, бля, с магазина техники. Когда мы вот эти камеры цепанули, ну, заодно эти захватили. Ну, а что не установили? Эй, что ты умничаешь, Мары? Не умеем мы устанавливать? Как будто ты умеешь. Ну все, пацаны, вроде все работает. Пиздец ты, Мара, химик, нахуй, бля, хорошо, что мы тебя с собой взяли, блядь. И сигнализацию тоже можно было утащить. Ты, бля, имбецил, рот закрой, я нахуй его сбил вообще-то. Ну вот, пацаны, через этот комп мы сможем просматривать все камеры и увидим, если ночью зомбиха вернется. Классно, да? Чё, бля? Ну, а я тут смогу играть? Ну да, сможешь. Ха, ну так красава, Мара. Эй, подожди, вон там чё такое? Ебать, чё, рушь? Долбоёб он, что ли? Ебать, он там плачет. Ай, долбоёб, Рус, бля, чё ты делаешь? У вас моя любимая страдает, ебалай, блядь. Зацени, как я сейчас этого имбецила в контрзайк выиграю. Играть научи. Давай, давай, блядь. Эй, пацаны, меньше курите, весь косяк сдули, бля. Поехали к Манапу, пиздец кикочет мне. Бля, Рус, сука. А чё за Манап? Да есть один барыга. Барыга? Да барыга тот человек, который траву продает. Я это знаю. Ну вы что, реально, пацаны, курите, что ли? Это же вам во вред здоровью идет. Мара, что долбоеб, это что полезно, блин. Эй, понимаешь, просто вот от этого еще никто не умер. Но много кого убивало. Вот что ты знал, Мара? Ты что делал? Snoop Dogg дул. Ней Диас, UFC-шник, дул. Да. Эй, скриптонит в каждом треке говорит, что дул. Это вообще-то великие люди, да? Ну да, великие. Не потому, что они дули, а потому, что они чем-то полезным занимались. А вы что сделали? А мы тебе пизды дадим за то, что ты умный, человек. Да, бля? Быстрее, давай, здорово. Собирайся. Поехали, пацаны. Поехали, поехали, пацаны. Не, ну пацаны, я серьезно. Вы и раньше курили, бухали, матерились. И сейчас курите, бухаете, материтесь. И чё? Красиво. Не, ну как чё, пацаны? Зомби-апокалипсис на дворе. Конец света наступил, а у вас ничего не изменилось. Э, Мара, как не изменилось? Мы раньше бомжевали, пешком по району ходили. А чё, он гейли, хата двухэтажная, да, пацаны? Не, ну пацаны, я же не об этом. Я о том, что вы выжили, и возможно это знак. Возможно это знак, чтобы сделать что-то большее. Хотя бы найти лагерь выживших. Лагерь выживших? Ну, я сам не знаю, существует он или нет. Но я слышал то, что люди собираются где-то, чтобы побороть этот вирус. То есть, Мара, ты сейчас нам предлагаешь идти и искать твой вымышленный лагерь беженцев? Тем более этот вирус не побороть, Мара. Только вчера говорили то, что на YouTube все залезть, когда все закончится. А сейчас не верите, что вирус, да, побороть можно?
Бля, Мара, тебя что, еще раз сбить или что, бля? Давай тихо, мирно, поедем от души, и так психозит. Все равно этот ваш косяк до хорошего не доведет. Ой, да, молодец, красавчик Мара. Че, вот манапа хата. Мара, только ты с ним вообще не общайся, понял, да? Он пиздец мутный какой-то. В каком смысле мутный? Ну то ли мутный, то ли хуй понятный, да, короче. Один раз он передознулся, его скорая увезла. Так он через полчаса на этой же скорой приехал, без врачей. Где они, так и не понял никто. Еще, короче, один случай был на районе, да? Он внештатника шаурмой отпиздил, блядь. Весь район прессовали. Да, манапа жесткий тип. Не, ну если он такой жесткий, опасный, мутный, зачем мы вообще к нему идем? Там из зомбаков, наверное, полно. Мара, ты о чем? Какие зомбаки? Он же не просто так сюда переехал, подальше от всех. От зомбаков подальше? Подальше от мусоров, на! Тёлка. Ну, ща уже от зомбаков, да? Кстати, мы у него взяли пример, чтоб за городом жить. Да. Только от барыг примеры берете. Ну да. Что сказал? Капец, он душный, конечно. Травмат оставь. А то, бля, ща разноится, не пустит еще. Давай, ща быстро порешаем, родной, придем. Ладно, давай. Манап! А чё дверь открыта, мужики? Чё думаешь, зайдем? Нет, пацаны, без приглашения как-то некрасиво заходить. Чё, вампир? Ах, пошли. Манап! Ебать на. Э, чё за бардак? Чё за фигня? Чё творилось вообще? Тише, Тиля, блядь. Она, братан! Чё? Чё, заразили его тоже? Чё за фигня? Она! Эй, пацаны! Посмотрите! Чё за херня? Чё за гуна? Чё такое тихо, вообще? Тихо, подожди, Тима, подожди! Это пацаны, зомбак. Но он мёртвый. Братуха, зомбаки все мёртвые вообще-то. Но этот Доталова мёртвый. Эй, пацаны, раз здесь никого нет. Зомбак тут. Манап, где? Рус, блядь, я откуда знаю? Заебешь. Ну его нафиг, Тимуха, пацан, давай быстро забираемся. Натуре, валим отсюда. Да, валим, бля, конечно. Давай быстрее забираемся. Кто такие? Братан, спокойно, ты чё, братан, пугаешь так, а? Братан, тут зомбак лежит, мы вообще думали, тебя убили. А так, братан, ты не думай, мы без спросу бы ничего не брали. А чё все сюда пришли-то, а? Да, братан, косяк взять. Вот, продукты тебе принесли. Слушай, братан, на здоровье. Мара, не трогай. Сейчас встанет, укусит тебя, бля. Потом тебя убить придется. Камера, что ли? Че снимаете? Да так, братан, так, для себя. Нормально сегодня, я кипишу, братан. Все понятно с вами, пацаны. Так, вот ваш товар. Берите сколько хотите. Все, побыстрее, болите, пацаны. Все, что ли? Да, все, все. От души, братан. А это военный приемник, да? Да, приемник. Только он нихера не работает. Мара, оставь, блядь. Вроде можно починить. Все, пацаны, валите, валите отсюда. Че, братан, может, пойдем дунем, как обычно, че? Не-не-не, пацаны, только не сегодня. Я просто плохо себя чувствую. Не знаю, заболел грипп, понос, все такое. Все, пацаны, давайте, снимайся быстрее. Че, ладно, братан, давай. Давай, братан, лечись. Сочтемся. Все, давай. Все, выздоравливай, братан. И двинули, пацаны, пока не передумал. Ну, бля. Еба, пацаны, базару нет, нам фартануло. Ух, бля. Нам вот этого бела на год хватит. Отвечаю, пацаны, живем на. Садитесь быстрее, чуваки. Да. Манап вообще каким-то мутным показался сегодня. Эй, Тиля. Странный манап это, обычный манап, бля. Или что ты думаешь, он тебя сдать хочет? Да не сдаст просто, но какой-то все равно странный был. Я что подумал, может, если он с нами не хочет курить, что, давай сами дунем, бля. Нам, прикинь, что 2 часа ехать, родной. Ну давай, давай, без проблем. Что, дайте сиги тогда, дай сигу. У меня нету тоже, пацаны. Иди тогда к манапу, сходи, он сегодня щедрый, вдруг тебе блок сигарет сейчас вынесет. Ну давай, сейчас я приду. Ебать, пацаны, базару нет, нам моноплан дал бодрый. И что, он постоянно вам за еду дает? Раньше за бабки давал, сейчас за еду. А, кстати, пацаны, откуда есть зомби? Здесь же никогда никого не было. Заблудшие, наверное.
Бля, с корней эти заблудшие заебали. Если они до сюда добрались, то нашу хату по-любому когда-нибудь найдут, да? Братан! Мануа, братан, я сиди взять забыл, да, от души? Братан? Чё с тобой? А? Братан, хорош! Эй, чё, тиля, что ли? Пацаны, эй, давайте речи, ебан, давай. Выходите. Камера главная здесь. Что там, Чё там, Эй, тиля! Тиля! Что, оружия нет, что ли? Алло. Как пользоваться? Эй, заеба! Как? Да иди нахуй отсюда! Сейчас он выйдет! Сейчас он выйдет, я его встречу! Ай, блядь, мужики! Нога пиздец болит! Я бегу! Эй, чё, Ирус, нормально жив? Чё, родной, вставай, нормально! Эй, зайди, зайди! Нормально, пацаны! И чё? Чё? Чё там, браты? Чё с ногой? Эй, да хер его, браты! Когда пинал или убегал, вывернул ногу. Ах, болит, ноет она. Ах. Манап, манап. Пиздец, конечно, жалко, да? А чё? Дорог, да, был вам? Актёрская игра вообще на высоте, конечно. Косяк не у кого брать. Эй, пацаны, какой косяк? Я же вам говорил, этот косяк вас до добра не доведет. Чуть не сожрали нас. Эй, раз он умер уже, давайте его радиоприемник хотя бы заберем, а? Какой радиоприемник? Пойдем лучше запасы глянем. Давай быстрее еще косяк поищем, может пару штук осталось, да? Блять, ну тут нахуй. Куда тебе еще-то? Мара, оставь этот радиоприемник, он же тебе с колонн не работает. Да не, пацан, он вроде работал. Пиздец ты, косяк, ищи лучше, ебаный. Да бля, пацаны, с корням мы тут кукурузу, походу, охраняем он нам. Все отдал, бля. Двинули отсюда. Мара, ты, он не работает, бля, ты понимаешь, нет? Да работает он, ты че? Ну все, забирай, иди уже. Ты как он выглядит, Мара, бля? Да он работает. Тёлки? Поменяй свой дел, пока не окаменел. Люди верят в то, что видят. Ну чё, вот и кончилась серия. В принципе, неплохо. Ну, реально, по сюжету как-то есть продвижение. И вот, ну, благодаря этому радиоприемнику даже как-то интереснее становится. Я думаю, мы вот только с ними сейчас будем вообще. Но тут есть намек то, что мы еще других людей увидим. И я не знаю, может, мы выберемся уже в город куда-то на самом деле. Это прикольно, это прикольно. Вот. Что-нибудь отметить в этой серии? Вот парнишка новый, он, конечно, ну, такой техник, все круто, такой человек нужен в команде, но душный капец вообще. Особенно, когда он там лечился вред травки и так далее. Он говорил толковые вещи, но иногда это было вообще просто ужасно скучно и нудно. Вот. Прикольный замут был с этим... С чуваком, который... Как их, блин... С барыгой, ёпть. С барыгой-то, что он еще руку спрятал. Классно. То, что камера как раз там стояла. О, куст надо было взять еще им этот конопляный. Вот. И эта девушка, возможно, она все-таки реально к ним еще вернется. Я тоже что-то так подумал, блин. Она же знает, в принципе, где хавчик.
Так что, возможно, вернется. Вот, у пацанов появились камеры. Все, в принципе, нормально. Но не было такого... Ну, по юмору лично мне вообще не было смешно. Ну, так вот, норм как-то. Просто... Просто как будто диалоги были. И все. Что-то еще... А, с актерской игрой, вот особенно, когда чувак сломал ногу, блин, это так, ну, типа, не сломал, а вывернул. Это так ужасно смотрелось. А, блин, сломал ногу. Ну, вообще не похоже было. Вот. Ладно. Если эта серия наберет еще больше просмотров. Так, мы набрали 6. Ну, давайте 4 хотя бы, если наберет, то смотрим третью серию. Все на этом. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, чтобы поддержать видос. Всем спасибо, всем пока. Check it out.